10 советов по уходу за волосами, необходимых каждой девушке. Роскошные, густые и блестящие волосы – сокровенное желание каждой женщины. И неважно, идеальны ли они у вас от природы, самое главное – заботиться о волосах, чтобы они были мягкими, густыми и шелковистыми. Адми собрал для вас полное руководство по уходу за волосами. Номер 10. Мытье. Первым делом давайте обсудим простейшую вещь – мытье головы. Перед походом в ванную тщательно расчесывайтесь, чтобы волосы не спутывались при высыхании. Начинайте мыть голову с нанесения шампуня на ладони, а только потом на влажные волосы. Мягкими массирующими движениями наносите шампунь на корни, двигаясь от ушей к затылку. Это поддержит приток крови к фолликулам и обеспечит рост волос. Затем промойте волосы теплой водой. Вымойте голову еще раз, если нужно. Не забудьте использовать кондиционер для волос и ополоснуть волосы теплой, а затем холодной водой. После мытья аккуратно высушите волосы теплым полотенцем, двигаясь от корней до кончиков. Номер 9. Сушка феном. Следующий шаг – сушка феном. Здесь сперва нужно нанести на волосы специальные средства. Затем разделить их на несколько секций. Держите фен в 15 см от головы, двигаясь от корней к кончикам для придания дополнительного объема. Лучше начать с затылка и боковых секций. Слегка приподнимите часть у корней и сушите, двигаясь вниз. Когда закончите, начинайте сушить средние секции. Не слишком увлекайтесь феном, используйте его не чаще 1-2 раз в неделю. Ежедневная сушка феном может пересушить волосы и сделать их ломкими. Летом давайте волосам отдыхать от лишнего нагрева. Номер 8. Типы волос. А теперь давайте пройдем забавный тест, ладно? Мы зададим вам пару вопросов с вариантами ответов, чтобы выяснить ваш тип волос. Начнем. Вопрос номер 1. Как часто вы моете голову? А. Раз в 2-3 дня. Б. Ежедневно. С. Раз в неделю. Д. Раз в 2-4 дня. Вопрос номер 2. Как быстро становятся жирными корни ваших волос? А. Через 2 дня. Б. Вечером. С. В конце недели. Д. Через 2-3 дня. Вопрос номер 3. В каком состоянии кончики ваших волос? А. Нормальные. Б. Слегка секутся. С. Сухие и ломкие. Д. Сухие и секущиеся. Вопрос номер 4. Что насчет объема волос? А. В норме. Б. Объем есть только после мытья. С. Слишком объемные. Д. Кончики могут виться. Вопрос номер 5. Как часто ваши волосы электризуются? А. Иногда. Б. Очень редко. С. Часто. Д. Только кончики. Вот и все, мы закончили. Итак, если у вас больше ответов А, поздравляем, у вас нормальные волосы. Это самый редкий тип, и вам повезло, потому что все, что вам нужно, просто мыть и защищать волосы от солнца, и вы не столкнетесь с проблемами. Если большинство ваших ответов Б, это значит, что у вас жирные волосы. Это происходит в основном потому, что кожа головы тоже жирная. Людям с этим типом волос стоит избегать прикосновений к волосам и массажа с маслами, так как это ухудшит ситуацию. И не мойте волосы горячей водой, это спровоцирует еще большую выработку кожного сала. Если большинство ответов С, тип ваших волос сухой, опять же из-за сухой кожи головы. В этом случае рекомендуется время от времени делать горячий масляный массаж и избегать ежедневного мытья шампунем, так как это делает волосы еще более сухими. Если вы выбирали в основном D, у вас комбинированный тип. Это значит, что ваши волосы жирные у корней и в то же время сухие на кончиках. Избегайте сушки волос при высоких температурах. Это еще больше высушит кончики и сделает корни более жирными. Номер 7. Плойка. Прежде всего, отталкивайтесь от типа волос, выбирая температуру на плойке. Помните, что температура до 170 градусов по Цельсию отлично подходит тонким волосам. От 170 до 200 – нормальным, а от 200 до 230 – жестким.
Следующее – форма плойки. Цилиндрическая делает кудри лучше, чем конусовидная, которая придает волосам натуральные волны. Другая важная вещь – время завивки. Если она занимает 5 секунд, волосы едва ли завьются. 7 секунд рекомендуется для тех, кто хочет иметь довольно волнистые волосы, а 10 секунд – для естественных пляжных волн. Запомните три важные вещи. Никогда не завивайте влажные волосы, не забывайте чистить плойку после каждого использования и не используйте ее каждый день. Номер 6. Утюжок. Оптимальная температура нагрева также связана с типом волос. До 170 градусов по Цельсию для тонких волос и от 170 до 230 градусов для жестких. Не стоит забывать и о разных видах утюжков. Керамические легко скользят по волосам и неплохо подходят для частого использования. Турмалиновые лучше всего подходят для густых вьющихся волос и не дают им электризоваться. Титановые – для профессиональной укладки. Пользоваться утюжками тоже очень легко. Для начала нанесите термозащитный спрей на волосы и дайте высохнуть. Начинайте выпрямлять волосы от висков и затылка. Двигайте утюжок от корней к кончикам. Когда закончите с висками и затылком, выпрямляйте центральные секции волос. Когда полностью завершите укладку, расчешите волосы. Не держите утюжок на месте больше 2-3 секунд, не используйте его чаще раза в неделю и, как и с плойкой, регулярно очищайте. Номер 5. Масло для волос. Начнем с масла авокадо. У него куча полезных свойств, но главное, оно смягчает, питает и увлажняет волосы. Вот быстрый совет по использованию. Смешайте 5 столовых ложек масла авокадо с 3-5 столовыми ложками кокосового масла. Затем подогрейте смесь и нанесите на волосы. Оставьте ее на 15-20 минут и смойте. Ваши волосы скажут вам спасибо. Следующее – органовое масло. Оно увлажняет, питает и восстанавливает волосы. Его можно использовать как в чистом виде, так и с другими маслами вместо кондиционера. Кокосовое масло – тоже хорошее средство для волос. Оно помогает поврежденным волосам восстановить природную силу. Лучший способ его использовать – массаж. Или проще – добавьте несколько капель масла в шампунь и вперед! Масло жожоба также питает, обогащает и защищает волосы. Оно идеально для массажа волос. Просто нанесите несколько капель на пальцы и распределите масло по волосам. Номер 4. Маска для волос. Маски для волос не менее важны для ухода за волосами, чем все остальное. Они помогают волосам стать здоровее. И у нас для вас есть несколько рецептов для разных типов волос. Слушайте, начнем с отличной питательной маски для нормальных волос. Вам понадобится 2 столовые ложки репейного масла, 2 столовые ложки оливкового масла, 10 капель витамина А и 10 капель витамина Е. Для начала подогрейте смесь и аккуратно и тщательно перемешайте. Затем нанесите ее по всей длине волос на час. Эта маска сделает ваши волосы блестящими. У нас есть кое-что и для слабых волос. Это укрепляющая маска. Ингредиенты: 1 чайная ложка касторового масла, 1 столовая ложка меда и 1 чайная ложка сока алоэ. Смешайте ингредиенты и нанесите маску на волосы за полчаса до мытья головы. Затем тщательно промойте волосы. Эта маска подлечит волосы и обеспечит их нужными витаминами. Не думайте, что мы забыли о жирных волосах. Для этого типа волос тоже есть эффективная маска. Список ингредиентов: 2 столовые ложки сухой горчицы, 4 столовые ложки теплой воды, 3 столовые ложки глины, черной или зеленой, 1 столовая ложка меда и 1 столовая ложка лимонного сока. Просто смешайте ингредиенты и нанесите маску на волосы на 30-40 минут. От нее волосы будут выглядеть свежими, приобретут красивый объем и здоровый блеск. Номер 3. Рацион. Ваша еда также оказывает огромное влияние на состояние ваших волос. Для идеальных волос необходима сбалансированная диета, богатая витаминами и минералами. Вот список витаминов, которые важны не только для волос, но и для вашего здоровья и красоты. Начнем с витамина С. Он улучшает кровообращение в волосистой части головы и стимулирует рост волос. Если вы хотите потреблять больше витамина С, ешьте цитрусовые, киви, облепиху, смородину, шиповник.
Жирные кислоты омега-3 замедляют процесс старения и сохраняют иммунную систему. Их можно найти в рыбе, морепродуктах, льняном масле, авокадо, грецких орехах. Витамин А стимулирует регенерацию клеток и замедляет процесс старения. Печень, творог, яйца, морковь, тыква – это продукты, богатые витамином А. Цинк и селен защищают организм от вредного воздействия окружающей среды. Ну, это полезно, правда? Если вы согласны, ешьте яйца, говядину, ржаной хлеб, молоко, морепродукты. Витамин Е питает корни волос и защищает от вредных ультрафиолетовых лучей. Для увеличения количества витамина Е добавьте в рацион орехи, семечки, яйца, зеленые листовые овощи и растительные масла. И последнее, но, конечно же, не менее важное, это витамин В, который стимулирует рост волос и придает им блеск и эластичность. Лучшие источники витамина В – это зерновые, орехи, отруби и яйца. Номер 2. Цвет волос. Те, у кого светлые волосы, слушайте внимательно. Прежде всего, вам будет полезно не каждое масло для волос. Скажите «да» маслам персика, оливок, жажаба, авокадо и кокоса, а «нет» касторовому маслу, так как оно, скорее всего, сделает красивый цвет ваших волос темнее. Вместо этого ополаскивайте волосы водой с добавлением лимонного сока, чтобы поддерживать цвет. Красавицам с темными волосами следует использовать оливковое масло или масло абрикосовых косточек для поддержания цвета волос и эфирные масла цитрусовых для придания волосам блеска. А рыжим, которым, кстати, все завидуют, лучше использовать оливковое масло или масло абрикосовых косточек для поддержания цвета волос и репейное масло, чтобы волосы были мягкими. Вот и все. Номер 1. Времена года. Разница температур может повредить волосы, поэтому мы подготовили несколько советов, чтобы предотвратить это и сделать изменения погоды более комфортными для ваших волос. В холодное время года важно защитить волосы. Прежде всего, надевайте шапку. В этот период также рекомендуется использовать фен на низких температурах. Не забывайте питать волосы с помощью масок, сывороток, масел и витаминов. Теплые сезоны не так уж и отличаются. Вам все равно придется носить шляпу и солнцезащитные средства, чтобы предотвратить все возможные повреждения, которые могут нанести волосам ультрафиолетовые солнечные лучи. Однако ситуация с феном для этого периода другая. Лучше отдохнуть от него в жаркие летние дни. У вас есть какие-то свои советы, как сделать волосы идеальными? Напишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайк и делитесь видео с друзьями.